位记者朋友，大家下午大家好。中俄两国外长共同会见记者，现在开始。首先，请王毅国务委员兼外长致辞。各位记者朋友，女士们、先生们，大家好。很高兴在中国的桂林接待我的老朋友拉夫副外长。桂林山水甲天下，我们中俄的新时代全面战略伙伴关系的高水平同样甲天下。无论国际形势如何变化，中俄之间的全面战略协作只会加强不会削弱，只会拓展不会收缩。刚才我同拉夫副外长进行了深入的会谈，当然还包括昨天晚上我们的小范围的这个长时间的交流。我们就双边关系以及重大的国际和地区问题达成了很多新的共识。我们一致认为元首的战略引领是新时代中俄关系的政治优势。习近平主席和普京总统准确把握时代潮流和世界大势，为中俄关系指明方向，夯实互信，博化蓝图，为两国从容应对世界百年变局注入了信心和动力。在后疫情时期，两国元首将继续通过各种方式保持密切交往，共商中俄战略协作的大计，指导我们双方防范和化解振兴道路上的任何风险挑战。我们一致认为，中俄团结抗疫为两国人民的传统友谊打上了时代高光，也将照亮全球疫情蔓延的至暗时刻。两国在疫情最严峻的时候互施援手，成为新冠病毒击不垮的卫生健康共同体。两国在谎言满天飞的时候捍卫真相，成为政治病毒攻不破的坚强堡垒。两国在疫苗民族主义泛起的时候兼济天下，成为疫苗鸿沟阻不断的生命保障线。中国的抗疫合作得到了民众拥护，也赢得了世人尊重，足以载入史册。我们一致认为，务实合作为两国的经济社会高质量发展提供了有力支撑。去年双边贸易额连续第三年稳定在1000亿美元以上的水平，今年前两个月那么又保持着快速增长的势头。两国油气、核能等领域的战略性大项目按计划推进，数字经济、绿色经济、人工智能、5G、大数据合作方兴未艾。中俄关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录顺利签署，这表明经历了疫情考验的中俄务实合作韧性更强，后劲更足。我们一致认为，中俄国际协作为世界贡献了宝贵的稳定性和正能量。今天我们签署和发表了关于当前全球治理若干问题的联合声明，深入阐释人权、民主、国际秩序、多边主义等重大理念的要义，反映国际社会尤其是发展中国家的集体诉求。我们呼吁各国本着开放、包容、平等的精神参与和完善全球治理，摒弃零和思维和意识形态的偏见，停止干涉任何国家的内政，通过对话与合作增进各国人民的福祉，共同构建人类命运共同体。今年是中俄睦邻友好合作条约签署20周年，条约为中俄关系长期稳定发展奠定了坚实的法律基础。世界越是变越是乱，我们越是深刻体会中俄世代友好互利共赢的重大意义，越要珍惜双方汲取正反两方面经验后建立起来的
新型国际关系。中俄已经商定将条约延期，并将围绕庆祝条约签署20周年这一主线，推动新时代中俄的关系取得更大发展。我们将在四个方面做出努力：一是在核心利益问题上做彼此的坚强后盾，志同道合、守望相助是中俄关系的鲜明底色。无论世界如何动荡变革，双方都将不折不扣地落实两国元首达成的重要共识，坚定支持对方维护国家主权、安全、发展利益的努力，坚定支持对方走符合本国国情的发展道路。第二是在常态化疫情防控条件下，加快推进复工复产、复商复市，双方将加快对接核酸检测的标准和程序，探讨推广国际旅行健康证明和建立健康码信息互认机制，切实降低疫情跨境传播的风险，推动形成健康、安全、有序的人员往来。双方将继续开展疫苗研发和生产合作，为疫苗的可及性做出重要贡献。三是在发展振兴道路上做彼此的重要伙伴，双方将继续执行好战略性大项目，稳步积累合作的重资产。同时，我们将以中俄科技创新年为契机，加大对新产业、新业态的投入，打造以创新为内核的优质的轻资产，从而完善多元化的合作格局，培养更多的增长极，加快两国务实合作提质升级。四是在国际事务当中做维护公平正义的中流砥柱。今年是中国恢复联合国合法席位50周年，也是中国加入世贸组织20周年。一路走来，我们深知践行真正多边主义的重要意义。中方愿同俄方一道，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序。我们愿坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，携手构建人类命运共同体。最后我要说的是，春分刚过，按照中国人的传统观念，这意味着寒冬已经过去了，春天已然到来，希望就在前面。我们愿意同俄方还有国际社会共同努力，一道来驱散全球疫情的阴霾，共同来迎接合作共赢的未来。谢谢大家。感谢王毅国务委员兼外长，下面请阿夫罗夫外长致辞。Уважаемые дамы и господа, приятно находиться в этом прекрасном месте, любоваться неповторимой природой этой провинции. И мы, конечно, получили искреннее удовольствие от этих пейзажей. Но смею вас заметить, что это не помешало предельно деловому, конкретному характеру наших переговоров. Они прошли в традиционной дружественной атмосфере, в доверительной атмосфере. И мы в очередной раз четко констатировали, что Россия и Китай, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, продолжают тесно и плодотворно сотрудничать в практических областях, на международной арене, по сути дела, по всем направлениям, которые были определены в качестве приоритетных нашими лидерами в ходе контактов президента Путина и Цзиньпина. Мы будем и далее укреплять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Предметно обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений. А особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем уровне. Мы передали партнерам проект совместного заявления глав государств к 20-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Мы с совпадающих позиций сверились по ключевым проблемам современности, и Москва, и Пекин выступают за выстраивание межгосударственных отношений на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга, справедливости, невмешательства во внутренние дела. Мы отвергаем геополитические игры с нулевой суммой и, конечно же, отвергаем односторонние нелегитимные санкции, к которым все чаще прибегают наши западные коллеги. У нас единое мнение о том, что российско-китайское внешнеполитическое взаимодействие остается важнейшим фактором в мировых делах. Мы отметили деструктивный характер намерений Соединенных Штатов, опираясь на военно-политические союзы времен Холодной войны и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ООНоцентричную международно-правовую архитектуру. Мы подчеркнули, что на фоне активных попыток Запада продвигать свою концепцию так называемого миропорядка, основанного на правилах, все более актуальными становятся совместные усилия и России, и Китая, и в целом самого широкого круга стран по сохранению современной системы международного права. Дали высокую оценку достигнутому уровню координации на различных площадках. Это и ООН, и группа 20, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, РИК России, Индии, Китай, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, азиатские саммиты и другие, созданные на основе АСЕАН структуры регионального взаимодействия. Ход подготовки саммита государственности ООН, с которой инициатива этого саммита выдвинута Путиным и активно поддержана председателем Си Цзиньпином. Мы, как сказал уже министр Ван И, подписали совместное заявление, в котором отражены взгляды России и Китая на такие актуальные вопросы, как демократия, права человека, международное право, необходимость коллективных подходов к решению мировых проблем. Также подписали ежегодный план межмидовских консультаций. Он предусматривает проведение в течение нынешнего года многочисленных контактов на уровне заместителей министров иностранных дел, руководителей соответствующих департаментов для предметного обсуждения широкого спектра в глобальной и региональной повестке дня. Я еще раз хочу от имени нашей делегации выразить искреннюю признательность китайским друзьям за гостеприимство и за очень содержательную совместную работу.感谢拉夫罗夫外长。现在进入答问环节。首先，请中央广播电视总台央视记者提问。你好，中央广播电视总台央视记者。我这个问题是请问王毅国务委员的。当前大国关系发展尤令世人瞩目，美国强调竞争和实力，中俄则强调合作和公平。您认为动荡变革的世界需要什么样的大国关系？怎样建立这样的大国关系？谢谢。这个问题提得很好，显示了我们记者的观察国际事务、判断国际形势的水平。确实，这个问题需要引起我们各方的思考。我们这个星球面临着越来越多的问题和挑战，在这样一个百年变局的重要的历史关头，大国怎么做，世界都在看。特别是大国如何彼此相处，是对话还是对抗，是合作还是分裂，将在很大程度上决定人类的前途命运。中方一贯认为，大国就应当有大国的样子。这个样子不是指大国的胳膊比别人粗，地位比别人高，权力比别人大，而是指大国要展现更大的格局和情怀，要肩负更重的责任与担当，要做出更多的努力和贡献。具体的讲，我认为大国要带头讲平等，做践行联合国宪章的表率，不能唯我独尊，动辄从什么实力地位出发来
以示压人。大国要带头讲诚信，做尊重别国正当权利的表率，不能以自己的标准肆意干涉别国内政，打着民主人权旗号搞政权更迭。大国要带头讲合作，做各国互利共赢的表率，不能沉溺于零和博弈，热衷于搞什么单边制裁，甚至制造冲突对抗。大国要带头讲守法，做遵守国际法的表率，不能以所谓意涵不清的规则来取代普遍认可的国际法，搞所谓封闭排他的小集团。中俄关系之所以经得起国际风云变化的考验，成为当今世界的稳定性力量，就在于我们两个国家始终不针对第三方，始终相互尊重彼此的核心利益，照顾对方的合理关切，始终担当有为，主持公道，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。中方呼吁各国在当下要重温联合国宪章的宗旨和原则，要珍惜二战以来各国共同努力构筑起来的国际法体系，共同践行真正的多边主义，共同推进国际关系的民主化，共同构建超越制度文明差异的人类命运共同体。谢谢。Пожалуйста, предоставляется слово агентству РИА Новости. Сергей Викторович, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как Россия планирует уходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем? И есть ли у нас какие-то конкретные договоренности с Китаем по созданию такой общей системы, платежной системы фактически в противовес Западным? И на базе чего она может быть создана? Может быть, это будет российская карта МИР или китайская система UnionPay? Спасибо. Эта работа уже достаточно давно ведется. Ведется она по разным направлениям. У нас есть своя собственная система передачи финансовых сообщений. Я так понимаю, что наши соответствующие финансовые власти, финансовые ведомства, Центральный банк рассчитывают расширять ее применение. В том, что касается наших связей с Китайской Народной Республикой, мы уже не один год стараемся все большую долю нашего товарооборота переводить на расчет в национальных валютах. Соответствующий механизм есть, он достаточно успешно работает. Собственно, на национальные валюты мы переходим и в торговле с другими нашими крупными. Так что, наверное, это веление времени, когда те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, решили вдруг, что они недовольны тем, как другие страны, в частности Китайская Народная Республика, раз подчеркну, была создана Западом. И Китайская Народная Республика просто обыгрывает Запад на его же поляне. И именно поэтому сейчас вот такая реакция, которую мы видим со стороны Соединенных Штатов. Об этом министр Ван и только что подробно сказал. Нельзя вести дела в мире путем ультиматумов, путем санкций, принуждая другие страны к какому-то поведению, которое от них ожидают. У нас есть пословица «насильно мил не будешь». Вот Соединенные Штаты, к сожалению, эту пословицу не выучили и действуют с противоположных позиций. Вот. Ну а возвращаясь к российско-китайским отношениям, я убежден, что мы будем делать все, чтобы они были в безопасности и не подвергались каким-либо угрозам со стороны недружественно настроенных по отношению к нашим странам государств. В том числе это касается и путей ведения торговли, взаимных расчетов и всего, что делает нас более сильным.
请 CGTN 记者提问。好的，人，我是中央广播电视总台中国国际电视台 CGTN 的记者。那我有一个问题，请问王国伟，中俄正在向数十个国家提供疫苗，但是仍旧有人说三道四，说中国是搞疫苗外交，说俄罗斯是在扩大自身影响。请问您对此有何评论？谢谢。大家都知道，新冠病毒是全人类的共同敌人。疫苗呢，作为抗击病毒最有效的武器，应当最大限度地惠及世界更多的民众。习近平主席已经庄重地宣誓，中国将把新冠疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性而做出中国的贡献。我们正在以实际行动来践行这一承诺。我们积极支持并参与了疫苗新冠肺炎的疫苗的国际合作，加入了新冠肺炎疫苗实施计划。同时我们根据各国提出的要求，已经并正在提供疫苗援助的国家，同时我们还在向47个国家，目前有70多个国家相继授权使用中国的疫苗，所以中国疫苗的安全性、有效性得到了各国的广泛认可。据我们了解，俄罗斯的疫苗也在50多个国家得到了注册和使用，正在得到越来越多的关注和支持。我们希望的是啊，各国在疫苗研发、生产、分配环节能够加强彼此的协调合作，这样才能使疫苗真正成为普惠可及的公共产品，真正成为各国民众都能负担的人民疫苗。我们愿意为遏制疫情跨境传播、保护全人类的生命健康做出更多的中俄贡献。我想再次强调的是，与其说中国在谋划什么新冠疫苗的外交，不如说中方正在践行人道主义行动。与有些大国自私自利、大量囤积疫苗相反，我们的初衷是尽快让更多人能够接种上疫苗。我们的愿望是人类社会尽早走出疫情的阴霾。中国和俄罗斯，我们选择的不是独善其身，而是兼济天下。去年疫情肆虐时，有人为了甩锅推责，把疫情政治化、标签化，受到了各国人民的一致的谴责。今天我想说的是，在疫苗全面开发使用之时，我们也要警惕啊，又有人试图把疫苗政治化、标签化。我们希望各国携起手来，抵制各种形式的疫苗民族主义，共同来填平本不应该出现的疫苗鸿沟，让各国的疫苗都能发挥出公共产品的作用。谢谢。Я хочу, с вашего разрешения, полностью поддержать то, что сейчас сказал министр Ван И. Действительно, с самого начала пандемии наши страны являли собой образец открытости, сотрудничества, взаимопомощи. И это сотрудничество продолжается, в том числе в сфере производства и распространения вакцин. Мы сегодня об этом тоже говорили. Наши соответствующие учреждения России и Китая находятся в контакте по этим вопросам. И подчеркну то, что вчера отметил президент Путин, проводя совещание по проблеме производства и распространения вакцин. Он четко высказался за то, чтобы в этих вопросах все руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями.
и некоммерческими подходами к, так сказать, преодолению конкуренции. Это абсолютно помнить всем, в том числе и нашим партнерам на Западе, которые пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии, так называемой. Это абсолютно соответствует действительности. Пожалуйста, газета «Коммерсант». Спасибо большое. У меня вопрос Сергею Викторовичу Лаврову. Здесь уже упоминалась проблема санкций. И Китай, и Россия находятся под санкционным давлением со стороны западных стран, как США, так и Евросоюза. Планируют ли страны обмениваться опытом, возможно, в противостоянии западным санкциям? Может быть, какие-то совместные шаги? И насколько оправдано мнение, что вот такие напряженные отношения обеих стран с западными державами заставляют их все больше сближаться друг с другом? Спасибо. Ну, что касается санкций и реакции на эти нелегитимные односторонние рестрикции со стороны России и Китая, мы сегодня уже об этом говорили. У нас единая позиция о неприемлемости подобного рода методов в международной жизни. Мы зафиксировали свою позицию на сей счет неоднократно, в том числе в заявлении, которое мы подписали сегодня. Я убежден, что и в документе, который наши лидеры, надеюсь, одобрят по случаю 20-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, эта тема тоже очень четко и недвусмысленно прозвучит. Помимо принципиальных подходов, которые излагаются в публичных документах, мы тесно сотрудничаем со многими странами в Организации Объединенных Наций, противодействуя такого рода практике. Напомню, что в ООН существует позиция специального докладчика по вопросам односторонних рестрикций. И это тоже уже, знаете, такой достаточно серьезный практический шаг по разъяснению неприемлемости подобного рода политики. Абсолютно правы, и Соединенные Штаты, и Европа, и Запад в целом, они, по сути дела, подменяют дипломатию, искусство которой они утрачивают, вот этими шагами по навязыванию всем другим своих правил, которые вот они считают должны лежать в основе миропорядка. Не международное право, а правила. Вот санкции – это один из видов таких правил. И второй вопрос был. Вы знаете, мы с Китайской Народной Республикой дружим не против кого бы то ни было. И наша страна географически на огромном пространстве Евразийского континента. У нас и Китай, и Европейский Союз тоже наш сосед. И мы всегда в наших отношений по всем азимутам. Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас есть только партнеры, отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться. Но, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Потому что, я еще раз подчеркнул, с Евросоюзом как организацией отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними, опять-таки, решениями в Брюсселе. Вот, если и когда будет сочтено целесообразным со стороны европейцев все-таки устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно, мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска баланса интересов эти отношения наращивать. Ну а пока на Западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче. Я хочу сказать несколько слов. Я в сегодняшней встрече в начале выступления уже выразил нашу национальную позицию. Но любое единоборство не имеет. 包括这两天欧盟的所谓的单边制裁，同样如此，欧盟不应该做破坏国际法的做法。据我们了解，欧盟内部实际上意见也不是完全一致，这只是服务于
少数国家的政治上的需要，它不可持久，也得不到国际社会的支持。尤其是建立在谎言基础上的所谓的制裁，是不能被接受的。我认为各国都应该站出来予以反对，因为如果凭借谎言就要对主权国家进行所谓制裁的话，那么这个世界就真正会倒回到丛林法则，谁的胳膊粗，谁就能够决定事情。这绝对不是各国人民所希望看到的国际关系。所以我觉得这时候所有有良知的国家和人民都应该站出来反对任何形式的单边制裁，反对任何形式的干涉内政。谢谢。中俄外长共同会见记者到此结束，谢谢大家。Сюда, сюда, сюда. Здесь вот.